Народ, приветик. Смотрите, что присылает компания AT&T для новых сотрудников. Значит, прислали вот такую коробку. Большую. Ящики она была. Так. Давайте посмотрим, что тут. Welcome package написано. Значит, вам добро пожаловать сотрудникам. Тут куча всяких бумаг. О, классный какой. Пэкпак прислали. Сойдет. Наш вариант. Потом бутылку такую для воды. Классная бутылка. И куча всяких. А тут что-то. Часы, что ли? Что это такое? Подставка какая-то. И кепку. Прислали AT&T. О, прикольный брелок для этого. Бейджика. Для бейджика. Видишь, вытаскивается вот так. Так, сойдет вариант. А это для этих сумм, для чемоданов. Если будешь путешествовать с именем. Сойдет вариант. Тоже не помешает. Носки, что ли, какие-то? Что это? Tribe Socks. Племенные носки. Носки твоего племени, да? Так, что-то еще прислали. Ничего себе, целая коробка. Так. Пакет для видеоконференции. А, подсветка какая-то. Видеоконференс лайт. Для компьютеров и лаптопов. Вот это вот такая вот типа подсветка вместо камеры. Так, это кепка прошла уже. Потом какая-то большая вот такая книжка. Так, носки тоже убираем в сторону. Просто для записи блокнот. Такую стемс. Что еще? Charge Sock. Magnetic Wireless Charger. Беспроводной чарджер для телефонов. Очень хорошо во время этих самых поездок. Это для бутылок, для банок. Холдер. Подставка типа там. Что-то еще. Может, я пропустила. Еще какую-то наклейка. Connecting changes everything. Прикольно. Так. О, еще какая-то хрень. Ручка. Такая. Я ожидала мышу. И кто-то мне говорил, что типа должна быть мышь. А потом мне сказали, что пакеты в этом пакете перестали мыши давать. Так что больше мыши мне не светит. Мне мышу дал мой начальник. Классную такую тоже брендовую мышу. AT&T написано на мыши. Вот. Ну что, ребята, неплохой вариант. В принципе, добавок к огромной зарплате, которую эта компания платит. Бонусы, всякие разные ништяки в плане зарплаты. Почти что бесплатный интернет, если у вас интернет этой компании. Так. В общем, как говорится, мне сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Поэтому поработаем пока тут. Надо ж мне опенхаус выкупать в Краснодаре. Вот. Вот такая картина. С носками. Еще и носки. Приколисты. Но бэкпак неплохой, такой брендовый бэкпак. Ходить на работу. Ничего, неплохо. Сойдет вариант. Вот такая вот такие бутылки. Я смотрю, у нас сотрудники многие с ними ходят. Маркетинг потерял. Вот удобный. Минералку набрать там или еще что-то. Вот. Вот этот. С
брендиком и со шкалой. Прикольный вариант. Вот, ну вот и все. И далее какие-то что-то маркетинг. Ну я в маркетинге. Marketing and Growth Organization Focus. Ну, в общем, рассказали тут же, какие у вас приорити, приоритеты, какие у вас планы и основные ключевые инициативы. Вот. Ну все. В общем, разбор полетов закончен. Вот так что мы получили в большой коробке. Кроме чем вот этого бэкпака, особо все остальное небольшое. Ну, бесплатному, как говорится, слону зубы не смотрят.